Встать! А я вас обеих узнал. Помните, 20 лет назад? Я друга своего убил. Случайно. Я же не знал, как мне жить дальше. Я тебя умолял. Но ты добивалась, чтобы меня посадили в колонию. Ты же всем говорил, что я опасен. Ты перечеркнула всю. Ты мне не оставила шанс. Я не оставлю тебе. Нет. Нет, Денис. Что же ты натворил? Это я виновата. Она боролась за тебя до последнего. Она ходила к учителям, в милицию, к родителям этого мальчика. Сергей. Его звали Сергей. Это я отправила тебя в колонию. Я совершила ошибку. Поздно. Поздно. Ты хочешь умереть за училку? И ты хочешь умереть за нее? Может быть, еще кто-то готов? Кто еще хочет умереть за училку? Ну! Перестань, брось пистолет. Зачем? Это я плохой, не ты. Пусть станет тот, кто не делал ошибки в жизни. Ну, нет, есть такие. Вы меня что, убьете? Нет, ты смелая. А жизнь ставит на колени только сильных. А слабых? А слабые и нафиг нужны, потому что они и так на коленях. Nah!